Яркий и ароматный соус песто можно приготовить из петрушки и грецких орехов, заменяя ими более дорогостоящие ингредиенты. Вкус соуса существенно не изменится. Невероятно ароматный соус, который вы приготовите в домашних условиях, наверняка настолько вам понравится, что вы обязательно запишете рецепт его приготовления в свой кулинарный блокнот. Даже из обычных ингредиентов можно приготовить аутентичную замену разрекламированному продукту. Главное – доверять своей кулинарной фантазии. Соус можно заморозить на зиму, порционно. Петрушка – 1 пучок, крупный. Орехи грецкие – 100 грамм. Сыр твердый – 60 грамм, тертый. Чеснок – 2 зубчика. Масло оливковое – 60 мл. Соль – 3 щепотки. Лимонный сок – 1 столовая ложка. Перец черный молотый – 2 щепотки. Количество порций – 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Грецкие орехи заранее подсушите на сковороде или в духовке до хруста. Высыпьте их в чашу измельчителя. Измельчите в течение 2-3 минут практически в пыль, мелкую крошку. Первыми обязательно перемалывайте орехи, так как если их добавить в сочную зеленую массу, то они измельчатся большими кусочками, вберут в себя влагу. Промойте листья петрушки и слегка обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте мелко и добавьте в емкость. Измельчите все вместе еще 2-3 минуты. Всыпьте соль и молотый черный перец. Добавьте натертый на терке с мелкими ячейками твердый сыр. Очистите чесночные зубчики и промойте, нарежьте их прямо в емкость. Пробейте массу до измельчения, затем влейте в емкость оливковое масло холодного отжима. За неимением такого продукта можно воспользоваться подсолнечным рафинированным без запаха. Влейте лимонный сок. В последний раз измельчите все вместе примерно 3-4 минуты. Соус песто из петрушки полностью готов к подаче. Выложите его в пиалу или соусник, по желанию охладите и подавайте с сырной нарезкой, с пастой, кашами и так далее.